История-то недолгая, но интересная. А произошла она давным-давно, осенью. Жил народ на берегу возле Амура. Были у них богатства разнообразные: рыба, шкуры, мясо. Жители той деревни занимались прикладным искусством. И жила там маленькая девочка. Звали ее Майкун. И вот однажды прибыло туда чудовище неистовое в эту деревню и решил забрать всю рыбу амурскую да мясо народное, увести к себе. Шло время, народ бунтовал: ни рыбы, ни мяса. Майкун подросла и решила вернуть богатство народное. Через леса, через поля, через широкие моря добралась она до этого чудовища. Идет, идет, и вдруг видит это чудовище неведомое. И начался между ними бой не на жизнь, а на смерть. Победила Майкун чудовище колдовское, да забрала все богатства и вернула в честной народ. Прошла слава Майкун по ее деревням и другим деревням нанайским. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.